Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей. Мы продолжаем проходить Паскаль с Вейджер, пари Паскали, у нас это пятая, по-моему, серия, что-то я не помню. Мы прибыли в новое помещение проверить, тут, конечно, заперто, нельзя открыть с этой стороны, конечно же, нельзя открыть с этой стороны. Вот здесь что-то, вот, в кустиках поблескивало. И на самом деле, а чё это? Что график-то пролагивает? У нас по заданию... как это посмотреть? Кстати говоря, нам бы поулучшать навыки. Давай посмотрим специальные. Итак, что мы здесь имеем? 1-1. Требуется крест. У нас их нет, таких кристаллов. Здесь, значит, что-нибудь в алхимии. В алхимии мы можем увеличить. Увеличивает эффект зелья здоровья на 10%. Блять, и тоже не прокачивается. Здесь тоже. Здесь можем качнуть. Следующий. А, вот, да тут даже побыстрее можно про этого. В смысле, а почему? А, 2-1. Бля, короче, ничего не можем из умений прокачать, поэтому ладно, поехали далее. Я еще один уровень накинул. Ты кто, бля? Ты охуел? Вот этот поворот. Так, здесь тоже теперь очевидно закрыто. С этой стороны нельзя открыть. Будем открывать с другой. Так, ты кто? Ты щитник нахуй. Тихо. Ага. А ты чё щитом-то, кстати, не пользуешься? Бля, пол хп потерял. Один день не поиграл в игру и все. А ты кто? Чё, говори. Он все еще жив. Он давно должен был умереть. Что его здесь удерживает? Синдрил? Близко, но не то. Так, есть туда проход, есть проход налево. Давай узнаем. Мои глубочайшие извинения, курьер. Надеюсь, мой ужасный облик вас не испугал. Не бойтесь, я тоже однажды был рыцарем церкви. А почему ты прибит к стене? Немного осмелились бы прибить церковного рыцаря к стене, немногие. В брачную ночь моя невеста отрубила мне голову, пронзила сердце и прибила меня к этой каменной стене. Из-за проклятия мне теперь вечно не будет покоя. Уедь. Не поймите неправильно, это не ее вина. Не будь алой звезды, ничего не случилось бы. Стать монстром или сохранить достоинство — нетрудный выбор. А почему она так... Не будем отвлекаться от цели, сначала пойдем в часовню. Так, подожди, почему она так... Я все же не понимаю, почему она так это сделала. Она забрала с собой голову, чтобы найти лекарство. Никто, кроме нее, не прошел бы на такое ради меня. Нихуя. Она его... Курьер, прошу, оказать мне услугу. Кажется, я потерял свое обручальное кольцо в часовне. Когда моя невеста вернется, я хочу ее еще раз ей дать ей клятву верности, обменяться кольцами и поблагодарить за помощь. Поможете найти мое кольцо? Найдите обручальное кольцо. Ладно. Ой, блядь. Охуеть! Вот это ударчик. Бля, яд травит нахуй.
Ну давай еще одну банку сожрем. Ну, сейчас мы пока с тобой. Они, кстати, сильнее. Они намного сильнее, чем в прошлой были локации, хоть я и накинул один уровень. Так. Давай, иди сюда. Я не хочу, чтобы арбалетчик еще сюда подходил. Ты, бля, хоть предупреждай. Пиздец. Мне что нравится, то что здесь зелье здоровья падает с них. Это прям очень прикольно. Так, от арбалетов. Сука, он ждет, короче. Отошел. Пиздец. Умри. Мразь Отто. Так, осколки. Подхилялись. Ты дурак? Все, пиздец. Так, надо его на это. Так, ну справились, ладно. Я не буду этого больше лечить, потому что мы сейчас на него потратим все зелья. И уж тогда пусть другой. Пиздец. Подошел. Прям под удар подошел. Ты достанешь щит, мразь. Так, куда-то мы все продвигаемся, продвигаемся, куда продвигаемся, неясно, непонятно. Так, на этого мы можем, если что, спрыгнуть, но я пока не буду совершать столь резкий поступок. Нам хотя бы до следующего алтаря-то пройти бы. А как туда попасть? Туда пока никак не пропасть. Только не упади, блядь. Отойди, говорю. Куда-то по каким-то корням ползем. Все равно травят. Вот, блядь, как называется? Да уж. Направляйтесь в часовню. Они, короче, тут все ядовитые, а нет никаких отец-то. Жесткие. Короче, на каждой локации надо привыкать к чудикам. Отошел. М-
Мне кажется, будет удобнее всего и лучше всего ходить вокруг них. А часовня может быть там, может быть, я пока еще зря пошел. Где часовня? Это часовня. Тут мост какой-то. Его нужно опустить с другой стороны. 100%. А там... Подожди. А, вон мы можем, видимо... Как мы проходили вон там, по дереву, и типа попадем на другую сторону. Либо, может быть, здесь есть проход. Давай тут посмотрим. Аккуратно. Тут сейчас скажешь, дверь закрыта. Нельзя открыть с этой стороны, конечно же. А я, знаешь, что придумал? Я кое-что придумал. Мы сейчас туда до дерева, куда сейчас шли, пробежимся, попробуем без сильного урона это сделать. Отстань нахуй. Ой, хорошо, хорошо. Так, там рыцарь. Или все-таки аккуратнее? Да нахуй. Тихо! Это вот как? Он стрелял вообще, бля, в другую сторону. Алло. Да... Умрешь... Да беги ты, ебаный ты придурок. Бежим, 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 бежим. Ага, бежим, 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 бежим. Тихо. Бежим. Бежим, прибежали. Я надеюсь, за мной армия, блядь, не несется. А мы можем, кстати, вот сюда на дерево, типа, упасть, да? И вот все ништяки, которые там есть, собрать. А, мы и так сюда спускаемся. Давай аккуратненько только. Я так и не понял, как здесь ходить. Здесь есть наверняка какая-нибудь тихая походка. Костяной свиток. Так, ну мы пока на другую сторону не перебрались. Может, перебрались. Ладно. Давай аккуратненько. Вот в эту сторону. Все, 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 все. Аккуратно. Там, блядь. А, вот так, тихо. На краю не стоим. Я уже думал сейчас опять заново бежать. На самом деле это как-то... Ну, может, это, конечно, и нормально, но это прям что-то как жестко. Я с тобой и не буду дружить. Договорились? Отстань. Рюкает он, блядь. А вот тут вот мелко. Мы можем здесь пройти? Хорошо. Так, аккуратно. Тихо. Добить. Дурак. Дурак. Умер. Не, все-таки этот вот чел помощнее, чем наш основной герой. Зараженная какая-то броня. Подобрать. Сломанная скрижаль. Так, стоп. А мы, получается, короткий путь открыли. Дверь. Да, мы открыли короткий путь, и это меня, несомненно, радует. Мы еще запоминаем о том, что у нас есть проход там по лестнице вниз. Тут, наверное, как-то по деревьям надо прыгать. А как это сделать?
Он, кстати... А, ну вот этот как раз, наверное, и есть спуск вниз. Так, давай подумаем. По идее, получается, что... Так, лезем наверх. Мы можем по той лестнице, по которой... Не по лестнице, а по той ветке. О, наверх есть, кстати, подъем. А как сюда залезть? Я вижу там сундук просто. Тут, наверное, как-то. А-а-а, хитренькие какие. Опять какой-то дневник нищенки. Необработанный камень. Так, значит... Какой большой остров. Аккуратно. Вон туда еще есть проход. Хорошо. Я не буду прыгать на эти ветки, дабы получить что-то неизвестное. Друг. Бля, не. Тихо. Иди сюда со мной на большую землю. А, все убил. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Так, дневники потом, может быть, прочтем. Это что за черепаха? А, это рыцарь. Поговорить. Кем? Понятно. Поговорили? Так аккуратно, осторожно. Ну слушай, прогресс. Не так много умерли за эту серию. Ты откуда, лупень? Подобрать. А, подожди. Кажется, чувак подкачал руку, да? С одной руки всех выносит. Так, там какой-то этот хуй ходит. Сейчас мы тут все зачистим. Эй. А, блядь, я думал, игра свернулась. Мы не с той стороны зашли. Так, нам показали следующего босса. Подобрать. В смысле, блядь? А ты откуда взялся-то? Ах, нихуя себе. Пацаны, отъебитесь. У вас что-то слишком много. Нельзя открыть с этой стороны? Конечно же. Так, здесь что-то лежало. Тоже какие-то записки. Так, ну их нахер. Долго.
Зря, да, я сказал, что это. Сука. Долго мы не умираем. Ой-ой-ой, ты откуда здесь взялся? Тебя, блядь, здесь не было. Или был? Ты, мужик, отъебся. Тихо-тихо-тихо. Там рыцарь, что ли, знаю? Ага. Так, как-то нужно аккуратненько пробежать. Вокруг церквушки. Так, сюда. А чтобы всех этих не задеть, их тут слишком дохера. По центру они откуда там взялось их, блядь, три штуки. Сейчас один сверху спрыгнет, смотри. Да, один за углом стоит. Один тут ходит. Ну, я делаю. Я прохожу, по примеру, Dark Souls. Когда ты уже начинаешь часто умирать, то... Ну-ка ее нахуй. Так, иди сюда. А ты не доходишь, да, до алтаря? Ладно. Давай тогда срез откроем. Отличненько. Прям супер. Откроем алтарь. Отдыхать мы не будем, мы вроде живы. И давай мы сейчас, знаешь, кое-что проверим. Проверим, сколько... Блять, ладно, ничего не будем проверять. Пойдем внутрь. С этой стороны открыто? Нельзя открыть с этой стороны. Блять, а с какой стороны это можно открыть? Как нам туда попасть-то? Через низ как-то, может? Так, это улучшение навыка. И... А, вот, да, проход через верх. Самое что-то неудачное сделали, так это скелетов, блядь. Ага. Мы сейчас вокруг обойдем. Скелеты, которые, блядь, на дереве. Драться с ними абсолютно неудобно. Никакие перекаты не помогут, ничего не поможет. Еще игра, блядь, почему-то проседает, я не знаю. Надо что-то поковыряться с настройками графики. Ну еще... Если говорить про такой стиль Souls, то там, хотел сказать, там меч задевает за преграды. И поэтому, если ты большим мечом рядом со стеной дерешься, то ты не попадаешь по сопернику, так же, как и он. А здесь... Пожалуйста. Отдохни, блядь. Большая кость, метательные ножи. А что такое? Ты что такое? А, ты лягушка, типа. А, давай мы тебе дадим 10 костей. Это какой-то этот. И вот эту тебе штуку дадим. А то ты какой-то сморщенный, блядь. Отойди. И ради тебя мы вниз, точнее, сюда приходили. Да, я понимаю, что можно вниз спрыгнуть, но я не буду рисковать, вдруг он полетит дальше. Поэтому давай спустимся, как поднимались. Так, и дорога у нас через окно, я так понимаю. Главное, чтобы там не было... Хотя, может, и будет там босс. О-о-о! Ага.
Ага. А тут не пройти, надо целый круг сделать, чтобы собрать. Ну давай. Мы не гордые. Нам еще кольцо надо найти, чтобы рыцарю отдать. Метательные ножи, 5 штучек. А давай-ка, пока нет боссов, мы метательные ножи поставим. Так, это невеста, да, его? Ну, пойдем побазарим. А то, наверное, и махаться придется. Мать, ты что дверь-то закрыл? Бенито? Черт, что с твоими глазами? Ты-то кто нахуй? Бенито, спрячься! Сейчас молится. Сейчас Бенито, походу, дело даст ей просраться. А это у нее капельница, что ли, блядь? Глюкоза, блядь, с собой переносная. Так, и... Ой, хорошо, как она ее отпиздошила. Я-то думал, это босс, это мразь какая-то. Скажи мне, что случилось? Это был последний раз, когда я ее видела. Безжалостная церковь приговорила Терезу к смерти, но я не могла согласиться с этим вердиктом. Я не могла смотреть, как она умирает у меня на глазах, поэтому я пожертвовала свои глаза. В конце концов, ее казнили. Не казнили, а только изгнали. Я думала, что спасла ее, но неожиданно... Мне жаль, я ничего не могу изменить. То есть это какая-то старая знакомая. Это не твоя вина, Бенито. Ты уже так многое сделала для меня. Это, наверное, она сказала. Хуяк. Что это за это, блядь? За око, око. Так, ну-ка. Почему церковь приговорила Терезу к смерти? Она ворвалась в запретную зону Катиба. Катиба? Разве это место не разрушено? Да, но церковь никогда не прекращала свое расследование в Катибе. Ходят слухи, что там был найден вход на кладбище колоссов. Выходит, она тоже ищет кладбище колоссов. Почему? Никто не знает, и она мне не сказала. А, так, почему ты еще здесь? Когда Тереза исчезла, я поклялась остаться здесь и клясться всю оставшуюся жизнь. Если она еще жива. Прости, Теренс. Никто не может выйти из мрачного тумана живым. Я видел ее в Адамине. Невозможно. А почему местные тендрилы ослаблены? Из-за осколков алого метеора. Его сила похожа на силу колосса. Они очищают синдрилов. Это кажется знакомым. Похоже на святыню, которую Тереза забрала из Адамины. Ты уверен? Абсолютно уверен. Если найдем остальные части, то сможем выяснить, что замышляет Тереза. Но это как искать иголку в стоге сена. Эту иголку не так трудно найти. Я почувствовал его силу на вершине горы. Должно быть, алый метеор поддерживал слабый свет колосса. Бенито, если мы найдем осколки алого метеора, ты сможешь восстановить его? Возможно. Стоит попробовать. Ах да, не забудь взять с собой это с собой. Зачем? Они понадобятся тебе, если хочешь сохранять ясность рассудок. Шепот одиночества. А мы можем его воткнуть, да? Во, шепот, это наушники. Атака.
А сюда есть что-нибудь? Ничего нет. Так, подожди, мать. Нам нужно найти еще кольцо. А это что за выход? А, это еще один, да, выход какой-то? Вон куда-то, вон туда, да, куда-то к горам. А сейчас я кое-что посмотрю. А где у нас... Это задание, правильно? Путешествие, список заданий. Подожди. Это проход как раз туда к рыцарю. А я не нашел, кстати, кольцо. Я и летану вот. Подобрать. Слава в Экзелиму. Ты убил эту тварь. Мои молитвы были услышаны. Мне нечего предложить взамен. Прими это в качестве благодарности. Кто бы мог подумать, что этот глупый рыцарь передаст нашу леди ради этой сумасшедшей. Никто и представить не мог, чем закончится эта история. Возможно, это кольцо было проклято уже давно. Как дворяне Святой Земли оказались в Экзилиуме. Она была моей спутницей. Мы пришли в это пустынное место, чтобы найти того труса. Откуда нам было знать, какие невзгоды нас ожидают? Скажи, курьер, снаружи безопасно? Нет. Может остаться здесь ненадолго. Кто будет слушать мои молитвы? Тех ничтожеств. Когда колосс попадет. Так, кольцо мы взяли. Пойдем отдавать. А закончить разговор. Ну вот пообщались. Вот эту дверь давай тоже откроем, потому что вдруг мы там окажемся. То маловероятно, я не хочу туда идти. Но вдруг мы там окажемся. Все дела. Бля, как красться-то? Хотел бы я знать. Так, братан, кольцо. Достаньте кольцо. Да если что, будешь на нашей стороне сражаться? Бля, сейчас с ним махаться придется. Ах, не знаю, как вас отблагодарить, курьер. Все? В смысле, ты не знаешь, как нас отблагодарить? Да, блядь, ну ладно. Мы это запомним. Такой типа, помоги, найди кольцо вернуть, вот эти вот все дела. Ой, конечно, да. Отдохнуть. Нам необходимо отдохнуть. О, а ты что тут тусишь? Найди я его раньше, ничего бы этого не случилось. Осколок алого метеора. Нам надо найти, поэтому пойдем. Я помню, что там, если что, есть спуск вниз. Ага, ага, идешь нахуй. Иди сюда. Сука. Зайдешь в церковь? А, блядь, сатана, нахуй. Обоссался. Ну, опять же, когда ты немножко выучил уже их атаки, и очень хорошо... А он в меня попадет, да? Что с них падают эти метательные ножи. Мне прям это радует, что их не нужно покупать. А здесь нужно найти, видимо, тропинку. Блять, вот с рыцарем мне меньше всех хотелось бы сражаться.
Тихо. Ага. Давай. Мне надо выучить его атаки. Ёб твою мать. Вот этого прям не надо. Да отойди ты, ёбаный, в рот. Ты видишь этот пиздец? Тебе что надо-то от меня? Ракушка ты ёбаная, недобитая. Ух. Так, теперь с этим с топором надо помахаться. Он какой-то, блядь, быстрый и сильный. Стараемся не злить его. Ух, хорошо, метательные ножи. Бля, бежит сюда. Не-не-не-не-не-не, ты чё, дурак, что ли, блядь? Ты как это делаешь? Так, мы с ним дрались уже. Ой, божественная анимация просто. Просто божественная анимация. Ты же видел, да? Я ускользнул. Не ускользнул, я увернулся от его удара. А он добивает, короче. Как это, блядь, вообще возможно? Слишком узко. Я застреваю в текстурах. Вон, пожалуйста, мне пиздец. Вот, пожалуйста, мне пиздец. Так, вырубил. Добить. Блять, как это... Пиздец, он жесткий, короче. Я надеюсь, он больше не встанет. Ну, тут какой-то материал лежал. Хороший. Так, ну пойдем по воде. Ой, а время-то как быстро проходит. Его я, кстати, тоже не видел, ну ладно. Главное мимо воды не пробежать. Точнее, мимо... Сука. Да уйди ты, блядь, с линии огня. Короче, нахуй. Бежим, бежим. Ой, сундук. Ой, блядь. Тихо, тихо. Ой. Сегодня день смертей. Так, ладно. Братан, пошли, мне там твоя помощь нужна прям вообще очень. Мимо. Бежим, бежим, бежим. Ага, здравствуйте.
Ага, дальше. Здорово. Налево, направо, налево. Пойдем наверх сначала посмотрим. Он нам сказал, на вершине горы лежит. Тихо-тихо, все. Все, пацаны. Я все понял. Ага. Я все понял. Надо сейчас это, где-нибудь дух перевести и по одному немножко пошлепать. Бля, сколько я всего пропустил. Лифт какой-то. Так, это верхушка горы. Хорошо, я понял. Давай одну хлебнем. И пойдем потихонечку этих разберем. Надо уровень прям жестко качать. Нужно, наверное, будет выбрать время. И немножко... Иди сюда. Иди сюда. И немножко пофармить всю эту историю. Добить. Ага. Фух, блядь. Подобрать. Хорошо. Чё-то собираю, ну ладно. Так. Все вроде собрал. Так, аккуратно. Они там пока гуляют. Мы сейчас тут все соберем. Ага. Вот это что такое? Пожалуйста, не умри. Спасибо. Сломанное копье какое-то собрал. Ну ладно. Три банки хилки. Практически полное здоровье. Мы пособирали ништяки, которые я видел. Там сундук, правда, один пропустили, но это потом. В любом случае придется еще возвращаться, все обходить. Мы пока идем по заданию, лезем на вершину горы. Я просто... у меня ощущение, что сейчас здесь будет босс. Очень на это похоже. Здесь даже алтарь поставили. Давай сделаем тогда следующее. Создать. А как это? Подтвердить. Хорошо. Ага. Зловещий коготь. Атака плюс 15. Мы можем, кстати, заменить. Ой, как тут много всего. Ой, как прикольно. И все это можем создать. Сопротивление. Кошмар. Защита плюс 10. Сопротивление стихиям плюс 20. А здоровье плюс 35. Теневое сопротивление. А хер, пока неизвестно. Давай тогда мы сделаем вот так вот отдых. Мы сохранились. Правда, мы всех еще и восстановили. Но пойдем потихонечку вперед, посмотрим, что там да как. Ну и заодно, если это босс. Это для босса. Заодно, если там босс, то посмотрим, какие атаки. Может, даже не придется пока никакие амулеты. Грубая сила. Бля, ну это босс, это прям какая-то... Как пить дать. Ну поехали. Посмотрим. А, это невеста. С головой жениха. Ты дура?
Чё-чё? Заебись, попили эликсир. Спасибо. Какой-то кошмар, блять. Бля, у нее жизни вообще не отнимается. Эй. Блять, аномальный. Жестко это, блядь. Надо ей выбить. Ебать, ты, конечно, мать. Пол хп только ей сняли. Так, уходим. Да не, мне пиздец. Прилег отдохнуть. Заново. Понятно. Короче, давай тогда... Так, я еще посмотрю, может быть, немножко пофармлю. Но она на самом деле тяжеловата. По ней удары не особо проходят. А долго ее так бить, конечно, тоже не вариант. Мы ее в следующей серии уже полупим. Я так и предполагал, что сейчас попробуем, если помру, то оставим ее на следующую серию, прям в начале ее и завалим. На этом мы на сегодня заканчиваем. Плейлист игры в описании, подписывайся на канал и на паблик ВК, делись видео со своими друзьями, ставь лайки и оставляй комментарии. До следующей серии, друзья, всем пока!